Сегодня у нас 6 июля. Вот еще кто-то подъехал к нам. Добрый день. Я могу не знать, забыть. Кто из первого-то? Виталий Бабушевич. Ну, с женой и с двумя детьми. Так, давайте сюда. Где? Подъезжайте. Машина рядом, он поставит и все. Ну то ворота открыть им, да? А? Ворота открыть. Как я открою. Угу. Виталий Бабушевич. Может быть, только было. Из Кемера совсем не помню. В последнее время меня там кто-то просился один раз выше, но препятствий никаких нет. Сейчас, вот сюда вот поближе. Давайте, как раз у нас такого же, а мы и пришли только со службы. А мы покушали. Покушали? По дороге, да. Ну ладно, сейчас посмотрите. Заходите все равно. Сейчас расстегнем. Так. У нас только что из Горного Алтая подъехали, только перед вами. Ну, давайте, молодцы. Ну, вы позвали. Все, все, давайте сюда. Дальше тут покажут, разберутся, где лучше. Вы можете ночевать внутри, а эти решили свою палатку ставить. Мы считаем, что внутри лучше. Без разницы, можно в палатке, можно внутри, где дадите. Ну, смотрите, где как будет, заходите. Мы этих уговаривали, так, они сейчас обедают. Мир вам. Здравствуйте. Заходите. У нас тут сегодня ласточки вылетели. Вот они вывелись. И поэтому мы не закрываем, они могут вернуться ночевать. Ласточата. Заходите. Ага, трогать нельзя. Мир дому вашему. С миром принимаю. Пока принимайте, говорите, не пишите. Ну, смотрите там, где зайдут. А ручки помыть там раковин, пойдем я покажу. А я наверху. А пока скушают, погуляют. Ага. Виталий, смотрите, туалет для мальчиков. Видно, да? Здесь мойте руки, любое мыло возьмите. Угу. И проходите за стол. Мы сытые, вот буквально покушали. Ты хочешь? Да, нет. Лиза хочет. Ты хочешь? Кушать. Ну что, покушать, если хочется. Пусть кушает. Только мойте немножко, руки. Наверное, много она не будет. Хорошо, я маленько налью. Раз. Ты
еще на стол завалились. За вертикаль стола, чтобы ни одна молекула не зашла. Илюша поднимает руку, посмотри. Поел, показал чашку. То есть еще у нее нету. Дальше смотрите, что Максимов выходит. Как они там уже? Помыли руки, нет? Свое кушанье собачкам приготовил, да? Ну. Заходите. О, еще одни работники идут. Заработались, наверное, да? Заработались. Никак не отпускает работу. Перекусить, да? Все законно. Так чтобы никого нигде не упасть. Ложимся спать, зараз не побежит. А один? Да, ты. А он на улице привязан. Единственное, я не мог его на улице оставлять, потому что есть там край. Тигр. Другая весовая категория. Я внутри держал, да, ниже ни на шаг не отпускал бегать. Уссурийский тигр. Он быка заваливает, говорит, и через забор 2,5 метра перетягивает. Прыжок. 330 килограмм. Нас Бог не было везде. Вот как интересно. Поехали на восток, да, Владивостока. Проехали совершенно нормально. На следующий год наводнение там, там потоп был. А когда поехали на юг, она говорит, а у нас в прошлый год такой потоп был, столько людей погибло, а мы на год позже. И главное, там без нас начался где-то, а здесь без нас кончился. И мы не вымеряли ничего, просто молились и молились. И молились за нас очень многие, и мусульмане, и баптисты, и пятидесятники, кого только не было. Молились, что успешно мы вернулись. Самое трудное было в Швеции, когда полетели мотор. Деталей никаких нету. Из России сообщили только, машину бросайте, сейчас высылаем деньги, покупайте иномарку и едьте дальше. Нет, я говорю, нашу газель никогда. И тут русские оказались, кто-то навел один из шведов. А русские тут уже проще стали советы получать. И говорят, вам теперь что, а нас ждут. Персики там уже запросили московскую патриархию на встречу, они ответили положительно, это вообще было чудо. Я не сказал игумен там, что со мной встреча. Я не знаю, кто там был, кто решал это. Ну, оплатили они уже и корабль, все это, ехали. Ну, получилось так. Что нас развернули. Волоком на корабле. А оттуда уже за нами прислали из Калининграда. И туда было. Вот так выпали. А оттуда приехали. Вот. 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 Вот.
Так, кто поел, может выйти. А, или ты что-то не поел, выйдешь. Так, сейчас, очень пройдет. А этот у нас приехал в Украину, работает в Италии. Находите место где? Такой у нас порядок. Слева от меня самая маленькая девочка, вот если бы ваша была, тут бы она стояла. А тут самый маленький мальчик. Мы ищем защиту друг у друга. Сделай самый маленький. Убивает. Давай туда. О, это то, что надо. Кажется, девочка была там. Но она кушает. Ну хоть один раз-то вытащите, дайте мне насладиться радостью общения. Самый большой. А потом посадите. Ну-ка, давай сюда. Давай сюда, помолимся вместе. Да, она одета в платочке, умница. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась она земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия. Но я посреди учеников Твоих пришел, и спаси мир, дай я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб Своих, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, заповедавших нам молиться о них, вдов, нищих, сирот, священство, иночество, всех христиан. Избавь их от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни, душевные и телесные. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Спаси Христос, повара наливающего. Все, сажайте за стол. Кто не доел? Спаси Христос, повара наливающего. Повара наливающего. Никитик, брат. Они там на территории у тебя будут эту вот халатку, дай им это, инструмент разный. Что попросит? Да, да. Литовки, понятно. Литовка, она это, брат, на скворечнике, литовка. Чтобы вещи можно было. Вещи всегда приедете сейчас туда. Там никого нет. Мы все приготовили, кто первый приедет. Ну, одинокие приезжают, мы их расталкиваем здесь. А табор это в Англии. Вот еще ждем. А слава Божию. Вот мы сейчас, может, вам мы не перегости. Ну, по компоту хотя бы. Да, они все в Камаре. Здесь прости, Лизочка. Потому что не знаю. Свидетель, братья. А вот это Украина, снова работает в Италии. Италия. Это Лиза? Вы первую пересадку где делали? Первая в Нью-Йорке. Первая в Нью-Йорке? Да. А вторая? Вторая в Москве. Мы из одного аэропорта в Москве в другой переехали. А в прошлом году папа приезжал, вроде где-то в Париж остановился. Не знаю. В Амстердаме. В Амстердаме, да? А нынче вы прямо на Нью-Йорке в Москву. А в Москве пересели в другую Москву, в Арнаву. В прошлом году он был здесь.
на шею. Шишка узнала, оказывается, его отец. Девочка, молодцы. Тогда сзади солнышко. Вот мы ничего не скрываем, говорят, ну, мы не умеем составлять уроки, а просто вот снимаем, выставляем их, и новые люди приходят и видят. Вот, жить честно, вообще намного дешевле. За душой, приехали вот они, могут помочь. Могут зараз сарай перестраивать, учитель наш. Приехали в сарай, Саша. Да, местный бак. Я слышу. Все раз. Маша, там деньги потеряли. Тарах, драх, не теряй. Марина, Маша, Марина. Давай, я, может быть, Машу заводить. Тебе еще положи кушать. А? Иди, посадите, смотрите, ой, ваша, Лиза. Посади рядом, сестренка. Марина, Он у нас был, считает, я необыкновенно там продуктивный, даже полюбился. На тебя заманивай, на тебя. Я просто живу. Это Бог делает. И поливающий, насаждающий ничто. Как он обращается, оттуда я знаю, это у нас было лет. Мы думаем, сразу 32 человека слушали. 32. Это ИПХ, подпольные были христиане. Они паспорта не получали, на работу не ходили. А тут все, пошли дети в школу. Я ничего не говорю, просто я люблю Библию, видите, какие тексты. Я показываю, что верить надо в Слово Божие, по нему нас Бог будет судить. Иван Дезатьяна 1948. А Господь полагает на сердце. А если мы Богу доверяемся, и Бог как-то так делает, то Бог доверяется нам. Он воевал, там написано был. Его убрали, жаль, был митрополит, а это машина, которая митрополия алтайская заведует. Кушайте, кушайте, слава служение. В прошлом году русская народная линия, это такое мощное предприятие, сделали запрос обо мне, он такой дал характеристику, это было видели по всему интернету. Я его не просил, я не знал, что они запрос сделали. Бог, вот это вот, видишь, все у нас продукты. Тут и манна, и горох, и крупы. Это все кто-то дал. Кто-то, я знаю, за кого молиться, но люди это не нашего круга совсем. А как так? Не знаю. Вот уезжать, у меня ни детей, никого нет, ни продуктов, ни денег. Только подумал. Купить, говорят, надо, это, чтобы были плитки, там, это как духовой шкаф. Вдруг из Испании 20 тысяч присылают. И мы видели, мы сняли, все показали. Вот, и, вот приехал человек как раз из Италии, он на холодильную установку. То вот, видя, морозилку-то, я бы еще сейчас ему показал, Владимиру-то. А это он как раз и прислал.
А я бы сказал, ой, я продал. У меня на ней начали сватываться. Я говорю, никак. Батюшка благословил. И опять 20 тысяч прислал тот незнакомый человек. На утро я встаю, а кто-то узнал, нужны еще 20 тысяч. Я вернул назад и говорю, уже ничего не надо. А мне ничего. Я выходил, это у меня праздничное. Ничего нету. И мы счастливы и обладаем всем. Вот эти, когда в прошлом году-то нас грабил Роспотребнадзор-то, теперь все на пользу. Вот две усадьбы, там мальчики, здесь мужское население, здесь женское. Сейчас зайдете, посмотрите, как устроили. Два дома. Так у нас и баня, свой колодец. И что интересно, где вы будете, там колодец. Это мой домик тоже. И здесь самые лучшие воды, где все приходят, берут. У всех колодцы, а воду берут наши колодцы. И два колодца, они наши. И пьешь, как будто это не вода, просто ты вышел в морозный воздух подышать. Вот вы попьете там, из колодца. Это ничем нельзя пить. Они какие ручьи текут, никто знает. Бог направил именно так. Я смотрю на все это. Это благодать Божия. Бог делает так, чтобы люди знали, что Он любящий Отец. Вот есть сколько надписей из Библии. А у вас как у баптистов, я говорю, мы самые настоящие баптисты. Только в Евангелии, в Духе православии. Баптист, значит, креститель. У нас батюшка крестит настоящий баптист, а мы около него. Ты какие? Это надо сделать какой-то желтый, желтый, черный, контрастный, так, и без описания. И тоже помогли. А помогли-то из сектантов, кто-то откуда, где печатали, не знаю. 17.30. Это Бог так делает. Видишь, как они вписались на скамеечке. У нас таких еще не было. О, сестры пришли. Ухаживайте теперь. Вон они. Сестры. Это Лилия. Проходите. Мы оставляем уроки. Сказали, поухаживать за мной. Мне будет ставить прямо. Сейчас. Они будут делать. Вот они сидят. Это мама их. Вот четверо детишек пришли. Сразу все познакомились. А что ради крови Иисуса? Он давно мое имя, нас зовут христиане, поет такой. Мы поем все песнопения. У нас сколько из баптистов пришли, они там хористы были, а они знают песнопения. Всех нас научили. Мы ничего не изменили, ни у нас икона в храме, ни между ними надписи. Ни один архиерей ничего не скажет. Почему? Прямое повеление есть написать. Вот Андрей Токураев, по-моему, мне когда выступал там с местом старообрядческим баптистом. То есть Библия – это баптизм. Если у нас строго служба идет, посты соблюдаем, вот старообрядческая. Я говорю, а где тогда православные? Коровки. Андрей Токураев. Да. Выступил где-то, заинтересовался. Пришел к Юрию Соболеву. А он преподаватель в университете и в академии, в Верской. И в парке метрополия ведет занятия в Красноярске. Сразили, дальше нет. Кого я называю, это все книги, выписали, учили, книги. И он полностью изменился, и семье все изменилось. Никто ничего не делал. Его больше всего поражает то, я иду женой. Вот даже поверь, как называют, Валя или так. Вот мы сейчас берем, рассуждаем о чем. А наказание не было. Я не знаю, где. Знаете, там тысячи тысяч людей, а пропали по полчаса. Прихожу, но мы находимся, включаем именно на том месте, где можем. Именно наказание, не просто воспитание, а наказание, как бы я обмотался. Другой раз идем дорогой, что-то там не рядится с архиереем. Он сейчас вот прибыл, архиерей, он пришел, куда как включил. Спрашивает как, понятия не имеет. Потом это абсолютно там все же пишут. Это как? Бог не делает. А я говорю, такой начальник состояния вот на ваш попал ресурс, помню, и все будет пробыл. Теперь утром только помолимся и сразу смотрим. На этот день 10 рублей выставляют. Большие, небольшие. Там полное толкование Нового Завета дали блаженных делах. У меня насчитано Библия, полностью синодальная. 12 томов Златоуста, 15 томов Житейского Сына, море. Бери и благодари. Сегодня мы как Божий жизнь. Половинку. Чай.
Я только помолился. А? Когда плохо было, только помолился. Да. И все, и завтра уже смотрю вас, Бог так сделал. Это нельзя было выразить словами. У тебя непрерывно в душе будет радость. Это как пел Павел Букаров, в Филиппийском, когда писал, он в тюрьме был прикован к стене. Выхода никакого нет, он говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Как же не радоваться, куда не посмотришь, не возможно. Вот мы с детишками занимаемся здесь. Дети делают такое, что марш курить надо, свай делать, сама добров надо, защиту у нас. Работайте, дорогу восстанавливайте сами, своими силами. А в бульдозере сюда нет, в прошлом, позапрошлом, я дорогу не начал строить. Больше полмиллиона в землю закопали. Ну теперь заехать можно, а там нельзя было, вот такая колея и как Бог. Так, все, уходим. Так, мне нужна будет, Марина, ты там была. Да-да. Давайте с кем-нибудь вперед, идите там. Ну пойдемте. Заходите, мы сейчас в машину сядем, туда, там во дворе поставим. Марина, поняла, что... Значит, обед, завтрак, все это наше. Там где колодец. Да-да-да. Не даю дверь закрывать, может распощаться вернуться. Как вас зовут? Виталий. Виталий. Вы сейчас вот так вот выйдете прямо, ага. И все, прямо все. Поедете, через песок проедете, и там я нас увидите. Я на велосипеде увидите. Поеду. А, ну все, пойдемте. Девочки, пойдемте кто-нибудь? Пойдите, там может пойдемте. Что-то помочь надо будет. Пойдемте. Видите, там есть? Есть. Ведро есть, денег есть. Рося, остановись пока, остановись. Скорей, скорей, скорей!
Нет, Фара, не надо. Не надо. Идите назад. Ну, у меня много таких снов. Меня все, меня на корабле везут на север, арестованного на север по реке Енисей. Давайте машину сюда. Виталий, Виталий, машину вот сюда загоняйте. Мы пришли сюда, вот где молитвы. Вот мы сейчас запускаем. Так, ну пойдите, разбежите. Так, разбежите. Все. Теперь раскрываем. Раскрывайте. Телефон! Кто? О! Сейчас зайдем. Давайте сюда посмотрим. Сейчас пусть взрослые пройдут, а мы потом пройдем. Когда будете уходить, просто повешайте и все. Замочек с молитвой. Больше ничего нет. Он без ключа. Целый год. Заходите. Комарика под себя. Отмахивайте. Шторочку закрыть. Так. Вы благодарствуем. Ну, пойдемте сюда. Как хорошо. Вот, значит, постелите. Дело, чтобы не помочь под репетиции, это постелите. Ага. Ну, у нас все есть. Так, все есть, все, пожалуйста. Вот. Там матрас запасной, матрас запасной, если надо. Благодарствую. Вы ждали. Даже не ожидали. Давайте, проходите. Мы в палатке вообще. Вы здесь хозяева. Проходите. Вот теперь это ваше место. Что? Вода, кружка и вот колодец. Прям там качать. Так пнете и будет все. Ну вот смотрите. Смените воду. Тут у меня хозяйка эти дни, вот она приехала с сыном. Так, если нужно будет кому-то на пол, вот еще дополнительный матрас. Поищем, тут все открыто. Молитесь. Утром мы пойдем в храм 8-8. Храм туда подальше. Ну, остальное все знаете. С Богом. Все. Ангелы-хранители вам. Матерь Божия. Смотрите, сколько пришли вас провожать. Это три сестры. Вот это три сестры. Нет. А где? А третья Даня там. Агния, это где? Сейчас позовем. Ну-ка, крикни. Агния! Почему? Только дверь не открывать, потому что комарные летят. Всегда плотно закрыто. Вот. Если уж сильно кому жарко будет, там можно или на расположиться. Видите, везде надписи у нас божественные. Вот их третья сестра. Вот они все. Три сестры. Три сестры. Все музыкальные школы. Все музыканты. А кто на
хотя бы играть. Так, я не понял, а ты на каком инструменте играешь? Я? Да. На скрипке. На скрипке, а ты? На пианино. А ты? На фортепиано. А тот, вообще название. На детали все на разные. Ну, а это успехи такие, на классике. Ну, больше 100 наград. Представляете, это Господь так дает талант. Все, мы уходим, а вы остаетесь. Вагончик электробуса, перрон остался. А 8 часов в храм? 8 в храме, значит, здесь будут проходить наши без 20, за вами зайдут. Без 20 8. Во сколько встанете, а там у нас строго, в 5 утра подъем, поэтому там сами избирайте, что. Ну, для гостей, первый день, спи сколько хочешь, чтобы ты выспался, здоровый был. Без дела сидеть не дадут никому. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Знаете, безделье, говорит, это Владимир Мономах говорил, безделье отнимет все, что ты имел, и научит всему злому. Поэтому... Мне нравится выражение Мартина Лютера. Он говорит, ничем не занята душа, хорошая кузница сатаны. Поэтому у нас детский лагерь, я 45 лет был начальником, создателем. Всегда работали дети. Мы все своими руками делаем. Все инструменты, эти качаться, все абсолютно. Даже пруды, дороги и то, это уже немаловажно. Нынче новый пруд сделали. Там красотища, береза, осина. Ну, пока мелковатый. Не можем драглайн достать, который углубил бы. Так, мы выходим, коротко помолимся. Милующий Господь, слава Тебе. Мы просим, благослови это семейство имя Господа нашего Иисуса Христа и покажи всю истину Первоапостольской Христовой Православной Церкви. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. До свидания. Мы ушли. До свидания. Сейчас я покажу, где колодец, и придем. Да. Вот эта вот водичка, которая стоит вот здесь, вы ее увидите, она уже... Может, там... сразу взять? Да, возьмите, возьмите, давайте, возьмите. Это чистая. Так же будете перебирать? Можно? А вот этот хулиган, это их брат. А это их брат. Четвертый. Я видел, как боролся. Ну, это на гитаре играет. Ну, один по... А один посильнее попался у него, заборол его. Все, пошли. Я вот отбичку выбираю. Можно? Машину только запирайте. Запирайте. Хорошо. Вот, это, потому что мы за ночь не отвечаем. Вот так вот, слава Христу. Аллилуйя.